Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop, и мы продолжаем играть в игру Gothic 3. И смотрите, куда я решил вернуться. Это город Кабдун. Сюда я вернулся, потому что я здесь нашел диалоги, которые я тогда, наверное, пропустил, когда здесь был в последний раз. Первый NPC — Вуфард. Я слышал, ты теперь чемпион арены. Мое почтение. Короче, он нас как бы похвалил то, что мы стали чемпионом арены. На арене мы дрались очень-очень давно. И вот получили немножко за это опыта. Орки довольны мной? Ты смог это сделать. Теперь орки тебя знают. Ты можешь свободно передвигаться по городу. Следующий NPC — Фил. Я разговаривал с Венцелем. Отлично. И что? Он примет участие в революции? Я думаю, да. Отлично. Тогда иди и сделай его твоим боевым соратником. Я мобилизую остальной город. Я помогу тебе, если ты поднимешь борьбу с орками. Короче, мы можем уже Кабдун освобождать, по идее. Как именно будем делать революцию? Как только ты поднимешь борьбу с орками, мы будем знать, что пора действовать. И помни, только если ты убьешь верховного орка города, у нас будет шанс на успех. Ясно. Короче, чтобы город захватить, мне нужно убить и главного орка. Сначала мы как бы к нему в доверие пытались войти, а теперь мы его должны убить. Так, сундуки я здесь не грабил, потому что меня палят. Наверное, можно попытаться попробовать город от орков освободить. Это 100% будет очень нелегко, потому что... Здесь орков очень-очень много. Плюс наемники вот сидят. Они тоже, наверное, будут против меня. Поэтому я даже не знаю. Так, чисто по приколу можно попытаться, чтобы посмотреть, что он из себя представляет, и освобождение города. Да что, заходим к этому паладину. Эй, ты чего хочешь? Ой, ну давайте попробуем. Давай освободим город. Многие хотели сделать это со мной. И? Ты первый, кто достоин это сделать. Но нас с тобой всего двое. Будет чертовски трудно. Подумай хорошенько. Я согласен. Подполье поддержит нас. Давай сражаться сейчас. Тогда чего мы ждем? Следуй за мной. Я буду сражаться, пока не умру. Давай. А, он типа как бы мой наемник, да? А, нет, он побежал биться. Стой. Это было чертовски быстро. Давайте еще раз попробуем. Я не понял только, где это подполье, которое должно помогать. Потому что мы только вдвоем были. А на нас бежит человек 8 сразу. Как-то так. Попытка номер 2. Не, наверное, нужно как бы выбежать на улицу и там биться. Так, попытка номер 3. Дайте выйти. Так, я вышел. Блин, там с арбалетом это плохо. О! Отлично. Отлично. Так. Я тебе голову оторву! Плохо, плохо, плохо. Блин, лучники кумарят. Стой! Тихо, 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 тихо. Где там лечение мое, шестерочка? Так. Шестерочка. Четверочка.
Какая мне лопата. Блин, мне выйти нужно. Да мне выйти нужно. Да ёб... Я просто кнопки странные потерял. Еще одна попытка. Так, сразу берем молнию. Я сломаю твой черепок. Ну, погоди же. Остановись. Так. У них слишком много, да? Блин, там еще перебежали. Стой. Да это сложно. Ты у меня кровью моешься. Немедленно. Ешь, ешь, ешь мясо. Отлично. Так, 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 четверочка. Шестерочка. Четверочка. Троечка. Блин, там еще бегут снизу. Так, отлично. Мне это нравится. Здесь. Да ё-моё, ё-моё. Блин, блин, я бы не умереть. Ты что, должен умереть? Отлично. Зелье выпил. Ману выпил. О, что-то с мечами два прибежал, нифига себе. Кого-то еще убили. Получил 100 опыта. Так, еще кого-то убил. Ого! С двумя мечами как там гасится. Так, четверочка. Лишь бы зелья маны хватило. Они еще бегут. Они просто не заканчиваются. А где подполье, которое помогать должно? Какое-то задание провалил. А что, его убили? А где? Этого убили. А вот и главный вожак прибежал. Не, плохая идея сражаться было. Того паладина, короче, убили. Что-то я не понимаю, а где помощь? Так, да, я здесь и не буду освобождать город. У меня есть другая идея. Смотрите, что я почитал. Так как я планирую играть магом, ну как я планирую, я играю магом, типа играю магом. Я хочу тебе там какую-то мантию маговскую, посох, ну типа, короче, шмотки для мага хочу я использовать. Я смотрел, где берутся посохи. Оказывается, посохи берутся, знаете где? Из сундуков, только не обычных сундуков, а с этих, блин, со старых сундуков. И их всего лишь 50. И вот когда мы будем открывать последние сундуки,
Там будут самые хорошие посохи. Вот так вот. И первый сундук, который я не знаю, открыл или не открыл, но он здесь вот под Кабдуном в пещере. Поэтому сейчас иду в пещеру и попробуем там найти этот сундук. В этой пещере мы были. Вот и по первым сундукам видно. Но далеко мы не зашли. Тут даже в пещере есть драконы. Они какие-то маленькие, но драконы. Я их убивать не пытался. А я убивал здесь гоблинов. Почему они заново здесь появились? Странно. Короче, где-то вот в этой пещере есть сундук. Старый сундук. Вот нужно его найти и как бы галочку поставить. Один старый сундук я открыл. Там, по идее, не имеет значения, в какой очередности их открывать, но вот в каждом сундуке есть определенный лут. В первом сундуке. Вот любой первый сундук открываешь, такой лук. Второй сундук, тоже любая очередность, такой лут в сундуке. И вот самый хороший лут уже примерно после 30-40 сундука. Поэтому я вот буду потихоньку как бы искать эти сундуки. Учитывая, что мы пришли сюда, поищу эти сундуки вот здесь. Так, было один. Блин, промазал. Так, а ну-ка, факел давай. Пособираем, что здесь лежит. Я думаю, тот сундук будет в самом низу. Вот там, где драконы стоят. И, скорее всего, что он будет там. Ящерица, трава, грибы. Грибы. Трава. Так. А как ниже спуститься? Секундочку. Можно просто спрыгнуть, да, или что? А как спуститься ниже? А, ну можно вот здесь, наверное, спрыгнуть. Ну так, чтобы безопасно, типа. Опа, сразу ползет на нас. О, какой-то он слабый. Он еще орги бегают. А куда он пополз? А у меня есть и этот свет, чтобы запалил его, и чтобы было светло над головой. Ой, блин, ползет. А он еще ползун. А где тот, который ползал первый? А, вот он. Блин. А, нету маны. Кстати, надо было, может, как-то с маной вопрос решить. Сейчас поищу свиток света. Во, свет на панель поставить. Давайте протестируем его. Ну, вроде бы светлее, но не сильно. Ну, куда вы побежали, пацаны? Блин, ну заколупали вы.
Не могут пройти здесь, прикиньте. Так, мана закончилась. Попробуем добить луком. В голову. Попал в голову. Отлично, две стрелы в голову. Этих убили. Пьем ману. А где свет делся? Он что, так и быстро заканчивается? Вообще полная лажа. Тогда берем факел и давайте эту пещеру исследовать. Во, сундук. А ну-ка. А, это железный. Это не тот. Сломано. Это через отмычки открывается. О, вино. Сосуд. Это нам надо. И вина нужно нам очень много. Так. Еще ниже можно упасть. Но мы тут еще сверху вроде бы не собрали все, что есть. Вот еще. Так, железный и обычный. Два зелья маны. Шикарно. А здесь? Тоже зелья маны. Шикардос. Забрать. Бум-бум-бум-бум-бум. Опа. Забрать. Собрать, забрать, забрать, забрать. Собрать, забрать. Так, а это получается второй вход в пещеру. Тут два входа в пещеру. Есть типа верхний, который под городом. А есть и нижний, который возле... О, тут веселье идет, прикольно. А есть нижний, который возле пляжа. Эпичное сражение было. Здесь, кстати, прикольно то, что мобы потихоньку воскрешаются. Наверное, не все мобы воскрешаются, но вот какие-то там мобы, там какие-то обычные волки, зайчики, гоблины, тролли, которые просто бегают по полям, они потихоньку воскрешаются. И ты вот спустя время, вот там, где ты уже бегал, можешь туда вернуться и кого-то найти. Смотрим. Так, там был, там был, там был и там был. Наверное, нам сюда. Сюда. Потом сюда. Все ниже, ниже и ниже. И тут где-то драконы должны быть. Вот он, дракон. Смотрите на него. Ну что, бьем его? Я не знаю, он опасный или нет. И, наверное, он это охраняет тот сундук, который мне нужен. А, какой он слабенький. Слабенький, да. Итак, думаем, как убивать. Туда уже, когда на мостик выбегаешь, тебя он типа палит и идет тебя убивать. Тот и дракон. Тут есть вот такой свиток у меня. Вызов молнии. Он, по идее, больно очень бьет. Хочу его протестировать. Так. Где он там? Куда он убежал? Тихо, тихо, тихо. Он пошел, походу, меня бить. А где он делся? Алло. А, вот он. Зашибись. Два таких заклинания, и дракон дохлый. Первое было. Теперь как-то нужно второе прокастовать. Ну все, не получается. Блин, трындец. Попробую бить обычной молнией.
Я, что у него ХП полное? И это другой дракон. Тут просто есть разные драконы, возможно, точнее, не, ну, не разные, типа, они, типа, два штуки должно быть вроде бы. Так, убили. Или после загрузки у него ХП восстановилось. Непонятно. Давайте МП себе восстановим. Чего я нажал? А, я пятерочку нажал. Блин, блин. Путаю. Тут вроде бы два дракона было. Почему я сейчас только одного вижу, непонятно. Где еще один? С дракона лута нету, кстати. Так, собираем все. Как обычно. Что-то пригодится, что-то нет. А, вон второй. Второй там, да. Че, бьем свитками, да, этими молнии. О, четко. И третьего дракона я здесь не видел. Да что, это, наверное, уже теперь здесь безопасно. Итак. Ничего себе, какой сундук. И здесь, и, ну, наверное, кольцо ценное. А так вроде бы ничего ценного нету. Собираем кучки баблишка. Что еще здесь есть? Скелетики. Большой сундук. Вот он. Старый сундук. Не знаю, это первый или не первый. Но вот таких вот сундуков нужно открыть и 50 штук. Играл бы через лука, неплохая была бы ожерелка. Забираем все. Лутаем следующий сундук. Невозможно. А, тут придется свитком воспользоваться. Ага, нету маны. Девяточка. Нолик. О, свиток открытия замка мы использовали, и такой свиток получили. Отлично. Больше ничего нет. Так, как нету? Я все поднимаю. Нету. Все есть. Грибы тоже нас интересуют. Тын-тын-тын. Так, это кованный сундук. Ничего себе. Какой арбалет. Вот здесь такие самые сочные сундуки. Обычно там в сундуках какая-то мелочь. Малозаметная. Какой-то бесполезный свиток. Какой-то там, не знаю, отмычка одна. И на этом все. А вот здесь, где были дракончики, сундучки были сочные. Итак, первый сундук мы открыли. Сейчас пойдем искать второй сундук. Следующий сундук в Red Dock'е. Так что берем камень телепорта и туда телепортируемся. Там, по идее, нам придется кого-то усыпить и открыть сундук. Бежим искать. Нам нужен Себастьян. Наверное, он вот здесь. Вот он, старый сундук. Вот он нас и интересует. О, и давайте зелье маны сделаем, кстати. Окей. У меня нет нужных ингредиентов. Все, закончили делать. Итак.
По-хорошему, мне нужно двоих усыпить как-то. Но здесь палево, как по мне, да? Ну, сейчас попробуем. Восьмерочка. Так, сначала тебя усыпим. Отлично. Тихо-тихо заходим. Тебя усыпляем. И открываем сундук. Так. Забираем все. Первые сундуки не голимые, тут лут и фигня всякая. Там, когда уже открываешь много сундуков, там уже лут гораздо лучше. Что это было? Ничего, все нормально. Ты тоже не против? Наверное, не против. Ладно, хайспид. Сейчас пойдем искать третий сундук. Следующий сундук вот где-то здесь. Там какая-то сгоревшая ферма. И возле горы сгоревшей фермы есть пещера с ползунами. И там должен быть сундук. Возможно, мы даже в этой пещере и были. А возможно и нет. Короче, телепортируемся в Монтеру. Погнали. Вот здесь нормальная ферма, где нам нужно корову бить. А вот и, по идее, сгоревшая ферма. И здесь есть сундук, то есть сундук, пещера с ползунами. А нет, не эта ферма. Нам сюда бежать. Ладно, я думал, это ферма. Оказывается, нет. Бежим на другую ферму. Блин, ну я вообще не в ту сторону бегу. Надо еще раз в Монтеру это поделать и в другую сторону бежать. Короче, найду, покажу. Я не понимаю, куда мне бежать, точнее, как мне туда добежать. И какая еще ферма, разрушенная ферма с лешими. Такого вообще не помню. Расскажи мне что-нибудь об охоте. Нифига себе. Как подкрадываться к диким животным? Это совсем не то, что подкрадываться к людям. Ты сможешь подойти к зверю только в том случае, если ты подкрадешься к нему. Подкрадывайся всегда сзади и никогда не думай, что зверь не сможет тебя учуять. Подойдешь слишком близко, пиши пропало. Поэтому самым лучшим оружием для охоты остается лук. Короче, какую-то фигню прокачал так чисто. Мимо проходил, решил прокачать. Данный чувак нам давал квест вот в этой пещере поубивать гоблинов. Мы их поубивали. И, насколько я помню, мы в этой пещере... не открыли сундук, потому что у нас не было отмычек. И даже вроде бы не один сундук, а целых два сундука. Сейчас зайдем, проверим. Так. Ну вот, о чем я говорил. Первый сундук. Взять все. Кстати, поспать нужно. У меня хп, маны мало. Хорошо, что я в эту пещеру зашел. И сундуки открыли. И это. И поспали. А то пока я бежал, на меня там напал. И шершень, и кабан напал. Я это все повырезаю. Потому что это нас не интересует. Нас сундук интересует. Старый сундук. Так. Ну вот, я на месте. Вот где-то здесь какая-то разрушенная ферма должна быть. И возле этой фермы должен быть вход в пещеру. О, кристаллы. Кристаллы — это признак фермы. Кристаллы есть, фермы нету. То есть пещеры нету. И фермы нету. Блин, шершень. С тобой биться не хочу. Ты вечно меня отравишь. О! Какие-то руины вижу. Вот вроде бы ферма. Так, мы на верном пути. И он, наверное, пещера.
Так, ни с кем биться не хочу, хочу в пещеру. Хочу в пещеру. Блин, лагает. Ну давайте по одному. В пещеру хочу. В пещере вроде бы должны быть ползуны. А здесь зомби. Блин, наверное, не та пещера или чё? Ой, ещё зомби. Зомби можно с лука порастреливать, они медленные. Но это долго. Так. Мана. Наверное, это не та пещера. Блин, леший подошел. Еще леший подошел. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда я зашел, ребята? Это жесть, трэш и волк. Кто там в спину бьет? Леший... пипецки сильные. Короче, их магия пробивает плохо. О, в рукопашку, наверное, то проще убивать их. Там толпа скелетов, да? Меч. Красота, как его красиво убил. Так, четверочка. Идем этих скелетов гасить. Их там примерно 4 штуки. Ай-яй-яй-яй-яй. Прокастоваться не могу. Угу. Зависло. Еще двое. Так, зелье выпил. Ай-яй-яй! Отстань от меня! Падальщик, как будто ты взялся здесь. Так. Фух! Надеюсь, это был последний. Я перебил пипецки их много. Не последний, тут чуть тьма целая. Так зачем ты в мумию стреляешь? Стреляю это в скелета. Видео затягивается. Так, мумия. А ну-ка, лука, может, ее.
Луком долго, мечом. Так, запинали. И это, наверное, еще не все. Я так думаю. Там пещера большая. Так, есть. И все. Темно. Вообще темно. Какая-то алебарда. Не. Это не та пещера. Короче. Но тоже пещеру зачистили, так что. Хорошо. Эту пещеру мы найдем в следующем видео. Стоит.